Еще около 200 солдат пополнили ряды Национальной гвардии. Ребята из Тараза, Западно-Казахстанская, Тарауская и Актюбинская областей в течение месяца прошли обучение и вчера официально получили звание солдата. Прибывшие на службу в войсковую часть 6656, они присягнули на верность родине, дав клятву служить народу и защищать интересы государства. Более полутора месяцев тренировались в учебном пункте. Сегодня мы приняли присягу. Мы солдаты войсковой части 6656. Сегодня, приняв присягу, приступаем к служению Родине. Хочу пожелать, чтобы мы с честью прошли службу и вернулись домой с гордостью. В этом году количество солдат, принявших военную присягу, как и Нуржан, составило 199 человек. На мероприятие по приведению к военной присяге приехали и родители новобранцев. Они порадовались вступлению сыновей в ряды Национальной гвардии и пожелали солдатам удачи. «Я рада, что мой сын будет служить в войсковой части 6656 города Актау. Это войсковая часть при президенте, поэтому мое доверие к ней велико. Уверена, что мой ребенок, отслужив здесь, станет большим специалистом. Я желаю удачи всем солдатам Национальной гвардии, чтобы они, как и мой сын, исполнили свой долг перед Родиной». Около 200 солдат, прибывших на службу в Национальную гвардию, часть потока из 3000 военнослужащих, принятых в этом году в подразделение Мангистауской области. Это военно-морские силы, сухопутные войска, морская пехота, ПВО и авиационная база. Из Мангистауской области в другие области на службу отправились 700 новобранцев.